Всем привет, меня зовут Яна, мне 7 лет. Я вратарь хоккейной школы «Звезда» из Москвы. Я сегодня вам расскажу про мои новые щитки фирмы Bauer S150. Эти щитки очень жесткие, без разреза. Это должно обеспечивать правильную посадку вратаря, блокирующий баттерфляй. Сама поверхность щитков тоже жесткая, для того, чтобы шайба при попадании в щитков отскакивала дальше. Bauer в этих щитках придумал новую систему застежек. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Начнем застежек для коньков. Эта система называется CRS. Первый взгляд застегнулся через пятку. Мы тянем резинки от носка назад, протягиваем через пятку конька, а потом крепим на липучку. Тянем через пятку конька, потом, как обычно, застегиваем через пряжку, потом застегиваем липучку. Второй вариант – делать это так, как рекомендует нам компания Bauer. Резинки от носка мы проводим через центр конька, потом переворачиваем шершавой стороной вверх, чтобы к ней шнурки не прилепились, а потом уже застегиваем на липучку. Мы проводим не через пятку конька, а через петлю на пятке конька. Эта петля называется петля Лунгвиста, в честь вратаря Нью-Йорк Рейнджерс и сборной Швеции. Чтобы провести пяточный ремень через эту петлю, нужно сначала прилепить липучку, иначе липучка будет цепляться за ткань. Потом уже разлепить липучку и провести через пряжку. А теперь можно застегивать липучки на голени. Это делается уже в два этапа.
на липучках есть специальные надписи, чтобы вы не забыли, в каком порядке это все делается. Сначала степ 1, а потом степ 2. Щеки под коленями. Вот и все. Щеки застегнуты. Можно одеваться и идти на лед. Всем спасибо! С вами была Яна, протест хоккейной школы «Зубы». Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, у кого какие вопросы. И рассказывайте, у кого какие щеки. Пока! Это должно обеспечивать правильную посадку вратаря, блокирующий бортоплей.